Нужно судить КПСС так же, как НСДАП в Нюрнберге? Вы знаете, я считаю, что нужно судить КПСС. Точка. А главная причина, почему надо КПСС судить? Потому что это тоталитарная идеология. Потому что это идеология, которая крайне низко ценила человеческую жизнь. Вообще есть величайший, так сказать, документ, Декларация прав человека, который в первом своем варианте начинался фразой «Люди рождены равными для счастья». Это важная формула. Люди рождены вообще-то не для строительства чего бы то ни было, не для достижения чего бы то ни было, не для совершения чего бы то ни было. Люди рождены для счастья. И правильное государство — это то, в котором люди счастливы. Люди не были счастливы в государстве, которым управляла коммунистическая партия.